Привет, ребята, это исследователь. Быстренько вам расскажу. Очередная бессмысленная стройка. Здесь уже строили дом, построили этажа 3. Он простоял лет 5, потом его снесли. Сейчас заново строят. Но это бредятина какая-то. Какие-то куски совершенно, каким-то хламом рядом. Огромный торговый центр. Естественно, ни больниц, ни каких-то садиков нужных, ничего нету. За недостроенные дома платят-то кто? Опять же, люди, беднота платит. Откуда берут это, на эти проекты? Так вот, вы в бедноте, но людей есть выкидывать на стройки. Ну, пока. В общем-то, все.